Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менгска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И Мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию UNN и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Бойцы на позициях. Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да. Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается. Так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Мальчики и девочки, пора заявить о себе. Сочня! Бегу, Марс! Почему бы и нет? Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Конечно! Включите автотурели! Опустите меня к этому монстру! Так точно, сэр! Прочь с дороги! Что за спешка? Превосходно! Дайте-ка порулить. Сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Попляшете у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включаются системы защиты. Как всегда. Живее стройте базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Это кому я это рассказываю? Есть работенка. Что стрясло? Выкладывай. Я уже заждался.
готов. Задавим их, Винтель. Давай, удиви меня. Сэр, крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, горячие головы, вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще, их можно будет построить в космопорте. КСМ готов. Войска союзников атакованы. КСМ готов. Я тут. Тягу на полную. Боевое построение. Так что дальше, командир? Разнести базы? Эй, Джимми. Алло. Ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну, я пошел. Пристройка завершена. СМ готов. Войска союзников атакованы. Кому горяченького? Бум! Брать дороги! СМ готов! Войска союзников атакованы. О, они повсюду. Есть! КСМ готов! Пристройка завершена. КСМ готов! Недостаточно минералов. Огоньку. Войска союзников атакованы. Недостаточно минералов. Что-то мне не здоровится. Скажи КСМам, пусть меня подлатают. Сэр, он всегда столько треплется. Ага. Как разгуляется, так не заткнешь. Пол дела сделано, можно и передохнуть. Хорошо, когда есть чем промочить горло. Есть работенка. Есть. КСМ готов. Недостаточно минералов. Может быть лучше, чем хлебнуть холодного пивка на куче обугленных вражеских трупов. Это твои парни там бегают, да, Джимми? Они отсюда как муравьи. КСМ готов.
Все, надоело. Пошел гулять. Войска союзников атакованы. Так-так, красная кнопочка. А ты что у нас делаешь, интересно? Понятия не имею, что это. Вы можете принести мне образец? Тогда я наверняка что-нибудь узнаю. ТСМ готов. Да, да. Кого подлатать? Да. ТСМ готов. Погнали, Джимми. Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! Союзников атакован. ТСМ готов. Высылайте подмогу! Что стряслось? Бум, девочки и мальчики. Да, вот это по-нашему.
подгорает! Войска союзников атакованы. Утка подгорает! Три базы уничтожено. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Будет сделано! Давно бы так! Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Время. Клев на связи. Танцамат! Даешь разбой. Есть работенка. Буди. За дело? А? Да. Как скажешь. Угу. База атакована. Всем порадуй! Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать, а то я даже не вспотел. Чего пугаешь? Еду. Вооружен и опасен. Я воронку делать буду! Что-то я застоялся. Пойду разомнусь. Точняк. Отбой, места мало. Что стряслось? Есть, сэр. Войска союзников атакованы. Кому навешать? Приказ получен. Я пробудился. Кругом враги! Вкусный кусочек. В научном плане, я хотел сказать. Я не собираюсь это есть. На следующей базе эскадрилья крейсеров, а Один не приспособлен к бою с ними. Высылайте миражи из космопорта. Если их будет достаточно, они справятся с крейсерами. Вот это веселуха. Не волнуйся, старина. Я дам тебе время перевести дыхание. Вот так-так. Доминионские очкарики и правда все просчитали. Прошу извинить меня на минутку. Подавай врага. Я чую их страх.
мою ярость. Последнюю базу. Время пришло. Я пробудился. Я чую их страх. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс UNN на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. Ты в отличной форме, Тайкус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Знаешь, страх и насилие — первоклассный тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да. Пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. Да. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Донни Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал,
Я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина, новейшее оружие в борьбе с зергами? Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвелл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась, но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила! Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью! Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Ну и как Один показал себя в бою? Брат, это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. Ха. В общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. Никогда не задумывался, почему Менгск до сих пор не отправил за тобой призраков. Ты ведь ему как заноза в одном месте. Погибнув сейчас, в глазах общества я превращусь в мученика. И тогда ему от меня точно не избавиться. Сначала он должен смешать меня с грязью. Верно, друг. Хорошо, что ненависть к нему не замутила твои мысли. Но его терпение тоже не безгранично. Будь осторожен, мистер Рейнер. Кто-то из твоих работает на Менгска. Я чувствую это. Ну что, мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ха. Ладно, черт с ним, с масштабом. Придумаю что-нибудь. Ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг-самоход и близко не стоял. Вот увидишь.
Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр — смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мёбиусы? Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Кажется, твоя королева клинков вычислила, для кого мы ищем эти артефакты. Глава Мёбиусов доктор Нарут сообщил, что зерги напали на главную исследовательскую базу на Тирадоре. Он не может эвакуировать людей, пока не уничтожит все документы, в которых упоминаются артефакты. Рейнар, гончие пустоты все ближе. Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда. Зерату, во что же ты ввязался? Друг мой Рейнар, много воды утекло с тех пор, как мы вместе сражались против Роя. Все эти годы я странствовал в пустоте, в поисках древнего пророчества. По слухам, в нем было предсказано возвращение Зелнага. Поиски привели меня на далекую планету под названием Улаан. Там я нашел фрагменты пророчества. Однако я был не первым. Теперь тебе, друг мой, предстоит увидеть то же, что увидел я. И поверить. Как и было предсказано. И протосы, первенцы богов, встали у него на пути. Теперь Зелнага, создавший всех нас, возвращаются. Но что несут они? Спасение или гибель?
знала, что ты придешь сюда. Рано или поздно. Твое присутствие оскверняет это место, Керриган. Ты слышишь, Зератул, их шепот с далеких звезд. Галактика сгинет в огне. Возможно. Но ты этого не увидишь. Уймись. Наши мелкие ссоры уже ничего не значат. Придет буря, которую не остановить. Забавно, что нас обоих ждет забвение. Нет! Мир обречен, и когда пробьет час, я приму свою судьбу. Пророчество неоднозначно. Надежда есть всегда. Служу во имя Аюра. Пророчество было разделено на несколько частей, и каждая из них была спрятана в отдельном святилище. Я должен был собрать их и скорее покинуть этот мир. Судаш Салок. Эн-Арудин Разжагал. Я верен тебе. Айур возродится. Эта пропасть слишком широка. К счастью, я могу перенестись сквозь пространство теней на другую сторону. Перворожденным. Ни секунды без боя. Я следую своему призванию. Ведет меня. Ни секунды без боя. Эн-Арудин Разжагал. Честь ведет меня. Слава перворожденным.
Ползучие споровики чувствуют мое присутствие. Нужно обездвижить их узами пустоты. Айур возродится. Я следую своему призванию. Я служу во имя Айура. Я верен тебе. Судаш Салок. Айур возродится. Я следую своему призванию. Слава перворожденным. Ни секунды без боя. Судаш Салок. Эн-Арудин Разжагал. Ясно. Ползучий споровик чувствует мое присутствие на расстоянии. Нужно нейтрализовать его перед тем, как перемещаться на ту сторону. Верен тебе. Эн-Арудин Разжагал. Владыка видит меня, несмотря на маскировку. Прежде чем перебираться через пропасть, нужно опутать его узами пустоты. Ни секунды без боя. Судаш Салок. Эн-Арудин Разжагал. Честь ведет меня. Слава перворожденным. Я следую своему призванию. Первый фрагмент пророчества. Скоро все станет ясно. Зиратул, у тебя есть шанс предаться спасительному забвению. Неужели ты не хочешь встретить смерть сейчас, чтобы не быть свидетелем мучительной агонии своего народа? Темное пророчество тяготит мое сердце. Я должен обойти остальные святилища, пока Керриган не передумала оставлять меня в живых. Возродиться. Я служу во имя Айура. Я верен тебе. Эн-Арудин Разжагал. Я следую своему призванию. Честь ведет меня. Ни секунды без боя. Быстро же Керриган сменила милость на гнев. За Шакурас.
служу во имя Аю. Приветствуем тебя, просветленный. Мы служим верховному тамплиеру Карасу. Он тоже сейчас на Улане. Я несказанно рад вашему появлению. Идем же дальше. Я верен тебе. Моя ноша не паси. Я сер. Шозак мокнул. Эн-Арудин разжигал. Что ты предложишь? Меня ждет искупление. Позволь нам уничтожить этих зергов, прежде чем мы отправимся в путь. Перворожденным. Судаш Салок. Эн-Арудин разжигал. Эн-Арудин разжигал. Ко мне. Шозак мокнул. Айур возродится. С хозяевами стаи стоит быть осторожнее, иначе их симбионты разорвут нас на куски. Я следую своему призванию. Айур возродится. Я верен тебе. Ни секунды без боя. Я служу во имя Айура. Судаш Салок. Ни секунды без боя. Ведет меня. Судаш Салок. Честь ведет меня. Эн-Арудин разжигал. Я следую своему призванию. Я верен тебе. И готовьтесь к нападению с воздуха. Соберите все свои силы, братья. Я изгоню демонов прошлого.
Я служу во имя Аюра. Королева клинков построила здесь инкубатор. Она хочет осквернить этот священный мир. Я положу конец ее планам. Ни секунды без боя. Я следую своему призванию. Аюр возродится. Тен Арутима Жакал. Моя ножка не пассивна. Тен Арутима Жакал. Ты обращаешься ко мне? Слава перворожденным! Эн Арудин Разжакал. Эн Арудин Разжакал. Второй фрагмент пророчества. Я близок к завершению поисков. Шозак мокнул. Ты обманываешь себя, старый глупец. Раз уж ты можешь читать мои мысли, то должна знать, что я не сдамся, пока остается хоть малейший проблеск надежды. Осторожно. Керриган выставила стражей, чтобы они преградили нам путь. Здесь может быть ловушка. Нужно убивать их по одному. Иначе нас могут взять числом. Меня ждет искупление. Я следую своему призванию. Я изгоню демонов прошлого. Судаш Салок. Перед смертью гиблинги плюются кислотой. Сталкеры, обстреливайте их на безопасном расстоянии. Я верен тебе. Судаш Салок. Эн Арудин Разжакал. Я служу во имя Аюра. Честь ведет меня. Я... Моя ноша непосильна. Эн Арудин Разжакал. Меня ждет искупление. Я следую своему призванию. Я верен тебе. Я должен уничтожить инкубатор, если хочу помешать королеве клинков захватить эту планету. Судаш Салок.
Майор возродится. Слава перворожденным. Ни секунды без боя. Я следую своему призванию. Слава перворожденным. Честь идет мне. Айур возродится. Я служу во имя Айура. Ползучие плеточники, убейте их, пока они не закопались в землю. Жакал. Я следую. Верховный тамплиер Карас должен быть где-то рядом. Слава перворожденному. Эн-Арудин Разжагал. Эн-Арудин Разжагал. Я верен тебе. Айур возродится. Я служу во имя Айура. Айур возродится. Я верен тебе. Эн-Арудин Разжагал. Ни секунды без боя. Энтару Тассадар, Прилад Зирату. Я верховный тамплиер Карас. Мой дар позволил выследить королеву клинков, и я прилетел сюда. Но что она ищет, нам неведомо. Ее, как и меня, привели сюда поиски древнего пророчества. С твоей помощью я надеюсь найти все его части раньше королевы клинков. Это большая честь для нас, великий. Вели нас. Ты обращаешься ко мне. Моя ноша... Меня ждет искупление. Зирату, ты можешь обезвредить летающих зергов? Сумка, Солоб. От червей Нидуса нужно избавляться как можно быстрее. Скоро зергов станет слишком много. Сталкеры, займите возвышенность и помогите нашим братьям. Черви мертвы. Идем дальше. Меня ждет искупление. Эн-Арудин Разжагал. Я следую своему призванию. Последний фрагмент пророчества. В
нем говорится о том, кто разорвет божественный цикл. Более чем зловеще. Но если королева клинков ищет это пророчество, мы должны уберечь его. Конец послания не ясен. Что? Ты можешь сколько угодно гадать о значении пророчества, Азератул. Но нас всех ожидает одна судьба. И тебе от нее не уйти. Нам не выстоять в этой битве. Забирай пророчество и улетай. Я задержу королеву клинков. Я не брошу тебя. Пророчество важнее любой из наших жизней. Раскрой его секрет, Азератул. От него зависит будущее. Твоя жертва никогда не будет забыта, брат. Я должен добраться до Искателя Пустоты, иначе зерги убьют меня, и пророчество будет утеряно. Верен тебе. Ваши союзники вступили в бой. Я служу во имя Айура. Честь! Ваши союзники вступили в бой. Я верен тебе. Хала, я возвращаюсь к тебе. Я должен добраться до Искателя Пустоты и увести пророчество отсюда. Я не позволю, чтобы жертвы моих братьев оказались напрасны. Под силу расшифровать фрагменты пророчества в одиночку. Но я знал, кто мог перевести их. Хранители Загула. Если же они потерпят неудачу, Вселенная погибнет в огне.